Вот так нападает медведь. Чтобы не встретить животное, надо заранее шуметь, пугая всех вокруг. Оп, 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 уходи, медведь! Если ветер не в его сторону, заранее он вас не учует и не уйдет. Ты знал? А это кал медведя, который мы встречали на своем пути в одну из катух в горах. Давай, Люха! Тут я иду с велосипедом по зарослям черники, любимого лакомства медведей на Кавказе. Наш путь пролегал на гору Кукерда. С ее вершины, по картам, нас ждал крутейший спуск, но ожидания слегка не оправдались. 8 часов пути, сорванный голос из-за постоянного крика. Вот такой вот уклон, одышка просто лютая. И начали мы свой спуск после заката. Тропа лютая, по ней же катают хард эндуро, но вверх. В итоге с парой падений мы благополучно спустились вниз, распугав всех медведей по пути. Расскажи свою историю выживалого. Смотри большие видео на канале.